Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора по теплоснабжению Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства Алексей Манаенков. И мы поговорим о плановом отключении горячего водоснабжения. Добрый день, Алексей Юрьевич. Здравствуйте. Для начала давайте расскажем, для чего вообще проводится плановое отключение. Плановое отключение проводится на котельных и районных тепловых станциях с целью предупреждения аварийных ситуаций при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 года. В период отключения производится гидравлическое испытание тепловых сетей. Участки наиболее слабые при этом выявляются. В период отключения в эти 14 дней ремонтируются эти участки и меняются участки даже тепловых сетей. Вот. Также проводятся планово-профилактические работы на тепловых камерах, запорной арматуре и сальниковых компенсаторах. Угу. Ну а теперь давайте перейдем к графику отключения, к тому, что больше всего волнует наших жителей. Согласно нормам и правилам, плановые отключения разрешены на 14 дней. В городе Видное это будет с 2 по 15 июня 2019 года. Вот, значит, то есть 16 июля уже горячая вода в домах будет у жителей, как положено, по графику. А что касается остальных поселений и района? Середина мая, когда остановлено отопление, и по август включительно на две недели проводится отключение котельных и районных тепловых станций по Ленинскому району. Все это согласно утвержденному графику в каждом поселении, каждая котельная в свой период. Угу. А где можно ознакомиться с этим графиком? На сайте МУП Видновской ПТГХ имеется график. Также информация была размещена и в СМИ, и на сайте администрации Ленинского муниципального района. Большое спасибо за то, что пришли к нам и дали эту необходимую информацию. А я напомню, что гостем нашей студии был Алексей Манаенков, заместитель генерального директора по теплоснабжению Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства.